никто не помнит. До наших дней дошла одна из легенд о праведнике Сулеймане. Он был чудотворцем и при жизни, и после смерти, поэтому сюда столько людей приезжает. Паломники, а только за один сезон их здесь бывает десятки тысяч, верят, что, дойдя до вершины, все их желания и мечты исполнятся. Сюда приходят и старый млад, здоровые больные. У святого Сулеймана люди просят самое сокровенное. Например, бездетные пары просят осчастливить их потомством. Говорят, помогает.